Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно вас всех видеть. Я предлагаю построить нашу встречу таким образом. Изложу несколько тезисов в надежде на то, что смогу предотвратить некоторые ваши вопросы. Ну, а потом, естественно, как и было в предыдущей нашей встрече, мы поговорим в абсолютно свободном режиме по тем проблемам, которые вас волнуют. Сразу же хотел бы отметить, что в России очень давние традиции местного самоуправления. Они сыграли огромную роль в становлении гражданского общества, да и укреплении нашей государственности. Напомню, что еще 1 января 1864 года Александр II утвердил положение о губернских и уездных земских учреждениях. И мы скоро будем отмечать соответствующий юбилей. Земства тогда способствовали развитию системы просвещения, здравоохранения, помощи нуждающимся. Это был пример действительно подлинного такого бескорыстного служения стране. Да, и, собственно говоря, и сегодня ваш уровень власти, он наиболее подвинут к людям. И я отчасти даже вам завидую, потому что это, на самом деле, на мой взгляд, самая интересная работа. Она и самая тяжелая, самая сложная, потому что вы напрямую с людьми работаете и напрямую сталкиваетесь с проблемами, которые ждут решения. Но она и самая интересная, потому что она самая конкретная. Вот напомню, что Александр Савелович Солженицын считал, что опыт русских земств, а он, вы знаете, очень большое внимание земству уделял, всегда обязательно должен быть востребован при строительстве современной России. Сегодня основы местного самоуправления закреплены в нашей Конституции. Россия ратифицировала, как вы знаете, Европейскую хартию местного самоуправления. И, наконец, 10 лет назад был принят закон, распространивший местное самоуправление на всю территорию страны. Но наверняка мы сейчас еще об этом законе поговорим, потому что он, разумеется, далек от совершенства. Там есть свои проблемы, над которыми нужно думать и которые нужно решать. Дальнейшее развитие сильного, независимого местного самоуправления, конечно, одна из наших важнейших задач. Самое главное, муниципалитеты должны стать в полном смысле состоятельными и, прежде всего, в финансовом плане. Я так понимаю, что в основном на эту тему мы с вами сегодня будем говорить во второй части. Здесь, между тем, несмотря на все проблемы, сделаны и серьезные все-таки шаги. За 5 лет доходы муниципалитетов в целом выросли почти на треть. В 2013-2016 годах муниципальные образования, муниципальные бюджеты, точнее, за счет перераспределения налоговых поступлений, также получат дополнительные доходы. Вместе с тем, конечно, следует признать, межбюджетные отношения не могут строиться исключительно по принципу «там отрезал, здесь чуть-чуть прибавил». Разумеется, наша общая задача – найти баланс между объемами полномочий и объемами ресурсов муниципалитетов. Но мне иногда кажется, что эта работа по поиску этого баланса будет бесконечной, потому что мы всегда занимаемся перераспределением то полномочий, то финансовых ресурсов. И до сих пор, к сожалению, должен это констатировать, такого оптимального решения все-таки не найдено. Но это как раз та сфера, о которой мы должны думать постоянно. А может быть, вы знаете, может быть, без всякой иронии скажу, что это естественный процесс, потому что жизнь, она ставит все новые и новые задачи, поэтому это может быть и естественно, что постоянно мы об этом думаем и что-то здесь изменяем. Следует, конечно, закрепить четкую ответственность, насколько это возможно, за каждым уровнем власти и установить долгосрочные правила игры. При этом об этом мы говорили на совещании с руководителями главами крупных городов. Полагаю, что правительство совместно с представителями местного самоуправления, то есть с вами и с вашими коллегами, должны провести дополнительную инвентаризацию всех типов муниципалитетов и подготовить предложение о внесении необходимых изменений в законодательство. В том числе нужно уйти от размытых формулировок, конкретизировать понятия и направления полномочий, четко развести их между разными типами муниципальных образований. Ну, вчера я встречался с учеными, преподавателями, которые занимаются государственным правом, конституционным правом, и там тоже поднимались эти вопросы.
И тоже высказывались разные предложения. Вы знаете об этом, наверняка будем еще говорить. Предложения связаны и с укрупнением муниципалитетов, а некоторые предложения сводятся к тому, чтобы их наоборот разукрупнить и сделать действительно доступными для граждан, чтобы этот уровень власти был, как мы всегда говорили, в шаговой доступности для граждан. В общем, это тоже предмет отдельной дискуссии. Если у вас будут какие-то соображения, я без всякого преувеличения говорю о том, что мне было бы интересно послушать ваше мнение по этому вопросу. Особенно внимательно необходимо посмотреть на возможности сельских поселений. Здесь уровень власти фактически, ну, надо это признать, все-таки малодееспособен. И не по своей собственной воле это произошло, а в силу объективных обстоятельств. Обязательств много, масса, можно сказать, а ресурсы минимальные. Получается, что власти сельских поселений объективно обречены на невыполнение своих обязательств. Это, собственно говоря, относится и ко многим другим муниципальным образованиям. В этой связи возникает вопрос, конечно, сейчас я тоже об этом скажу, с бесчисленными проверками, контролем и так далее. Но вот здесь генеральный прокурор находится среди нас. Мы поговорим и с его участием на эту тему. Вижу, что здесь есть проблема. Она становится все более и более реальной. Там, по-моему, из всего объема проверочных мероприятий только каждый 16-й случай – это какие-то нарушения, а вся остальная – это масса проверок, она ни к чему не приводит, только от дела людей отвлекает. Но и без проверок нельзя, поэтому мы сейчас об этом поговорим, я думаю, поподробнее. В этой связи хотел бы сказать, что нужно, конечно, решать вопрос в целом системно, по существу, балансировать доходы и полномочия, если вернуться к этим вопросам, а не проводить бесчисленные проверки для галки, назначать дисциплинарные взыскания, раздавать предписания, заранее зная, что выполнить их просто нереально. Хотел бы также отметить, что проблема взаимодействия с контрольно-надзорными органами остро стоит не только в сельских, о чем я, собственно, сейчас сказал уже, но и для всех муниципальных образований. В январе текущего года мы подробно говорили об этом на заседании Совета по местному самоуправлению. Принято решение радикально ограничить возможности разного рода проверяющих органов вмешиваться в работу муниципалитетов. Стоять над душой, что называется. Соответствующий законопроект разработан правительством Российской Федерации и уже принят Государственной Думой в первом чтении 25 октября, если быть более точным, 2013 года. Если вы знакомы с этим проектом, хорошо. Если нет, я вас прошу познакомиться повнимательнее и высказать свои соображения. Можно не сейчас, можно через соответствующую вашу структуру, прямо в администрацию можно направить. Что в соответствии с этим законом предполагается сделать? Первое. Контрольно-надзорные органы могут проводить проверки муниципалитетов не чаще одного раза в два года. Любое дублирование функций со стороны проверяющих структур должно быть исключено. Проверки должны проводиться совместно и осуществляться в соответствии с единым планом. В нем должны быть обязательно указаны цели и основания проверок, а также сроки их проведения. План должен быть вывешен на сайт прокуратуры субъекта Российской Федерации, которая координирует проведение проверочных мероприятий муниципалитетов. Понятно для чего, чтобы люди знали заранее, что и как будет сделано. Второе. Органы контроля и надзора теперь не смогут требовать от муниципалитетов проведения мероприятий, не относящихся к сфере их ответственности, и тем более тратить на них средства из муниципального бюджета. Далее. Органы местного самоуправления могут не предоставлять информацию, если она официально опубликована в средствах массовой информации или на сайт муниципалитета в интернете. Четвертое. Особая ситуация – это факты массового нарушения прав граждан, непосредственная угроза жизни и здоровью людей. Если такие обращения поступят в контрольно-надзорные органы, будут проводиться внеплановые проверки по согласованию, опять же, с прокуратурой субъекта Российской Федерации. Я прямо сейчас на встрече с вами еще раз обращаю внимание Государственной Думы на необходимость ускорить окончательное принятие этого закона так, чтобы он мог вступить в силу уже с 1 января 2014 года.
И надеюсь, что контрольные и надзорные органы будут неукоснительно исполнять требования этого закона. На предстоящие годы мы поставили перед собой очень серьезные задачи и должны выполнять их независимо от обстоятельств, от внешних и внутренних условий. Сегодня принципиальное значение приобретает качество реализации нашей политики на местах. Поэтому государственная и муниципальная власть должны работать, безусловно, как одна команда. И это то, о чем я уже многократно говорил. И федеральный центр, и регионы, и каждая из более чем 23 тысяч наших муниципальных образований, от крупного городского округа до небольшого сельского поселения, все должны чувствовать, что работают в единой системе. У нас общие цели развития России и всех ее территорий. Общая цель одна, самое главное – благосостояние граждан Российской Федерации. Я уже говорил о том, что вам приходится труднее, чем кому бы то ни было, но эту работу, а может быть даже и судьбу, вы выбрали сами, и это ваш выбор. Также хотел бы обратиться и к представителям политических партий, общественных объединений, уделять больше внимания местному самоуправлению, выдвигать на эти уровни власти дееспособных управленцев с конструктивными идеями. Уважаемые друзья, я хочу еще раз вернуться к Александру Александровичу Солженицыну, который говорил о том, что необходимо живо содействовать росту местной нестесненной экономической инициативе. Ну, вот это как раз зависит от вас прежде всего. Конечно, нужно думать о развитии территорий на перспективу, укреплять экономическую базу, поддерживать малый бизнес, находить инвесторов, которые готовы вкладывать средства в новые рабочие места и создавать их. Только так передаваемые вам налоговые источники будут пополняться, а не оскудевать. Хочу вновь повторить, можно бесконечно жаловаться и на пробелы законодательства, и на отсутствие средств и стимулов. Сложности, конечно, достаточно. У вас их может быть больше, чем где-либо в другом месте. Но успеха добиваются те, кто работают, используя все имеющиеся ресурсы и возможности, одновременно предлагая и свои собственные решения. Я приведу, собственно говоря, можно привести много положительных примеров. Вот в Челябинской области их много, да и в других местах, где ситуация не лучше, чем в других муниципалитетах. Сейчас не буду даже называть конкретные города, небольшие образования, но и моногорода, кстати, достаточно в сложном положении находящиеся, но добиваются ваши коллеги результатов. Реально, практически к минимуму свели безработицу. Все это результат чего? Творческой работы. Раскрепощение бизнес-структур, создание условий, при которых бизнес не боится вкладывать в ту или другую территорию. И не только не боится, но и делает это, создает новые рабочие места, новые технологии приносит. И это дает результаты, вы понимаете? Вот как ни странно, почему как ни странно? Потому что ситуация непростая в моногородах, и здесь такая же, но им удается это сделать. Удалось в данном случае конкретно.